Я собралась, вышла из дома и вызвала такси. Пока ждала такси, любовалась этой прекрасной осенней погодой. Такси приехало, и я направилась в торговый центр. Там у меня была встреча с подружками. Приехала в ТЦ, мы встретились с девчонками и пошли гулять. Сначала мы зашли покушать. Я заказала себе латте на кокосовом молоке и круассан с ветчиной. Потом мы решили пройтись по магазинам и зашли в такое интересное место. Я купила себе этот милый блокнот и ручку. Блокноты — это просто моя любовь. Затем мы пошли в супермаркет. Я взяла там такие необычные мармеладки, латки, смузи и еще кое-что. Далее мы пошли в Золотое Яблоко. Там я нашла те самые духи Moschino с медвежонком, которые очень давно хотела. В итоге я взяла их и купила себе еще спрей для тела с блестками. А после этого мы пошли в Синнабон за булочками с корицей. Покушали, пообщались и просто круто провели время. Затем мы вышли из торгового центра, попрощались с девочками. Я вызвала себе такси и, довольная, счастливая, поехала домой. День был очень классный. Ну а я уже приехала, открываю входную дверь. Вот я и дома.